Ребят, всем салют! С вами сегодня мы, семья на чемоданах. И сегодня мы приехали погулять в Адлер и покажем вам один из пляжей. В общем, сейчас я вам покажу, где мы находимся, и, возможно, вы сориентируетесь, либо приедете и сориентируетесь. Давайте смотреть. В общем, здесь вот такие улочки, палаточки. Здесь, конечно, летом все в туристах, все живет. Сейчас, конечно, все не живет. Смотрите, какие кайфовые деревья здесь есть. Прямо на ветках там сидят сочинские попугаи. Лысые. Вот. Палатки, палатки. Ну, часть палаток, конечно, вы можете заметить, закрыта. Самые отважные, конечно, работают. Вот такая, ребятки, тут атмосфера. Вот здесь я сейчас прикреплю улицу, как это называется. Вот, сможете сориентировать. Да, Артем говорит, собака ищет себе шмотки. Да, хочет одеться. Ну и там уже начинается море. Так, смотрите, здесь есть гостиница «Дельфин». Вот такой достаточно интересный сквер. Так, с той улочки мы попадаем вот на такую, друзья, улочку туристическую. Здесь, конечно, кафешки, магазины. Но, как вы можете заметить, все так тихо, спокойно. Классное время, вот это межсезонье, когда очень малолюдно, и ты можешь действительно насладиться всем процессом. Ну вот, собственно, видите, указатель пляж. Мы вот так вот жюкс, поворачиваем и идем в сторону пляжа. Эта береговая линия также находится прямо возле железнодорожных путей, как, в принципе, и пляж Чкаловский. А это непосредственно возле пляжа Чкаловского находится. Ну, вы, собственно, сейчас все сами увидите и поймете. А ссылочку на пляж Чкаловский я прикреплю в описании. Так, что здесь есть? Вот душевые, туалеты, но все закрыто. Это, наверное, вот при отеле. Третья вот такая вот тропинка пошла вниз. Да, аккуратно. Так, ну, конечно, жаль, что люди вот так вот все оставляют. Конечно, обожаю вот эту тему. Вывеска туалета, и почти нигде они не работают. Это, конечно, печально. Поэтому везде по углам воняет говном и мочой. Да. Артемик, нам вот сюда, наверное. Так, мы находимся вот в таком туннельчике. Есть вот такой вот проход, есть вот такой вот заход. Ну, пойдемте смотреть. Вроде как называется пляж Причал. Пошли, пацаны. Наверное, да? И вот, ребята, мы с вами попадаем на пляж Причал. Так, нас встречают, видите, да, сочинские попугаи. Вот чем мне нравятся пляжи, которые находятся в Адлере, так это тем, ребята, что галька здесь мелкая относительно эмеретинки. Видите, как здесь классно. Отчасти даже где-то можно найти очень-очень мелкую гальку, так сказать, напоминающую песочек. Вот такая вот береговая линия. Это пляж Причал. Море волнуется раз. С вами сходим сейчас на пирсик, пройдемся. Да, состояние, конечно, желает лучшего. Пробуем прогуляться. О, какое грязное морюшко. Блин, я не знаю, здесь всегда оно грязно. Кто-то писал в комментариях, да нет, вы просто так попали в такое время. Да в какое бы мы ни попадали, здесь всегда оно грязное. Слушайте, скользкий пирс. Волна, конечно, может подударить. Ладно, дальше не пойду. Отсюда посмотрим, видите. Ну, в принципе, море спокойное, но тем не менее. Да? Да-да-да. Такая атмосферка. Ой, какая там волна пошла. Так, вот очередной переход. То есть мы зашли вон там.
Вот есть еще один переходик. Так вот, все, видите, заколочено. Вот в таком вот состоянии сейчас все находится. Ну, достаточно широкий пляж, да, как вы можете заметить. Здесь, конечно, летом, ну, вообще трындец будет. Вот, но в целом, почему бы здесь бы и не отдыхать. Вот бунгало, собственно, да, все заколочено. Все заколочено. Дойдем с вами до пляжа Чкаловский. Покажу вам его вход. Вот, видите? Вот видите, да, сваренные рамы. Это, наверное, здесь выставляются качели летом, да. Ну, в общем, визуализируйте, да, как это все выглядит. Вон там спрятаны за цветным заборчиком спрятанные лежаки. Все здесь так расставляется, все красиво, интересно. Ну, единственное, да, то, что не закрытый забор железнодорожных путей. Ну, и поезда туда-сюда. Ну, я не знаю, кому нравится вот прям вот в таком месте отдыхать, то, да, наверное, стоит приезжать и отдыхать непосредственно здесь. Ну, в целом, ну, а почему нет, да? Прикольно, хорошо. Самое главное, что мне вот нравится, да, это широкий пляж. Ну, сколько здесь метров, да? Метров 100-то есть, я думаю, да? Или 50. Кто умеет считать через камеру, напишите в комментах, да? Так, место для курения. Ну, да, отвели, видите, вот здесь можно постоять, покурить. Есть служебное помещение, есть техническое помещение, ну и медпункт. Ну, в целом, хорошо. Еще пляж, вот видите, находится под видеонаблюдением. Скорее всего, не пляж, а вот эти кабинки. Этот мостик у нас сейчас закрыт. Там видели сами, да, что творится. Отсюда воду, по-моему, берут, Артем. Труба, короче, непонятно, ржавая торчит. Вот такая, друзья, обстановка. Я напомню, что сегодня 27 февраля, момент съемочки. Кстати, покажу вам еще. Видите, здесь вот на этих пляжах в Адлере много ракушек. Вот их прям много. Вот, например, в Меритинке такого вы точно не увидите. Видите, они все, ну, они остатки, да, тропанов. Вот, их тут прям, вот прям действительно много-много. Кто любитель пособирать всю эту историю, то welcome, конечно, на эти пляжи. А вот мы можем посмотреть, идет поезд до Адлера, до станции Адлер. А может быть, вообще куда-нибудь едет в Абхазию. Вот так это выглядит. Вот вы лежите, отдыхаете, вид на море, а у вас за спиной вот это чух-пых-чух-пых происходит. Так, откуда едет поезд? Я не вижу. Симферополь-Адлер. О, нифига себе, с Крыма. Так, Крыму большой привет. Вдруг вы смотрите, ребята. Прикольно. Кстати, ребята, коль мы увидели крымский поезд, хочу вам рассказать, что в 2019 году мы пропутешествовали Крым, отдыхали в отеле. Это для тех, кто только первый раз попал в наш канал. В 2020 году мы пропутешествовали Крым с палаткой 2 месяца, представляете, с 2 детьми. Класс, Крым вообще просто кайфовый. И, кстати, для тех, кто соберется выбирать сейчас между Сочи и Крымом и выберет Крым, я предлагаю ознакомиться с нашим гайдом, приобрести его можно, просто написать нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт за 2 года путешествия в Крыму. Там вообще просто, знаете, как говорится, от батона до всего абсолютного, да, до отеля. Где кушать, где покупать, как деньги, карты, места, локации, фотозоны, как добраться, где ночлег. В общем, там есть все. Поэтому, кому интересно, пишите либо мне, либо Настеньке в директ. Цена вообще чисто символическая, 490 рублей. И тут же на почту вам упадет гайд, который вы изучите. И ваше путешествие будет настолько кайфовое. Ни с какими трудностями вы не столкнетесь. Ну, давайте дальше обследовать этот пляж. Такая спасательная будка. Посмотрите, вообще вся ржавая, ржавая. А детвора вот увидела, видите, сколько много ракушек. Видимо, кто-то собрал. Детки прям играют с ними. Морюшка волнуется, волнуется, волнуется. Давайте попробуем с вами дойти до самого конца этого волнореза.
волнореза, он же пирс, кто-то мне писал, что это не пирсы, но видите, вот сюда останавливаются 100% эти, как их зовут, катера. Блин, как скользко, катера, смотрите, как нога едет. Да, волна накроет и бабахнемся. Ладно, давайте пойдем отсюда, не будем рисковать, хочется еще погулять, а то сейчас накроет и все, и сразу поедем домой. Вот вы можете видеть, тут, видимо, здесь строится, но пока все остановлено, и люди это используют как место для отдыха. Кто-то там сидит, вон, наверное, что-то делает. А вот, кстати, то, что я вам говорил, да, в начале выпуска, вот очень-очень мелкая галька, ее можно даже использовать вот как песочек. Либо вот, вот тут она еще мельче, двора сидит и играет. Очень спокойно, очень тихо, можете видеть качельки, сейчас подойдем с вами поближе, посмотрите, вот, наши бегают. Вот опять, вот видите кусок вот в море, вот прям грязная вода, очень грязная. Вот непосредственно бар Бистро, ресторан Причал. Вот он идет, да? А за ним уже начинается береговая линия, называется пляж Чкаловский. Выпуск вот здесь, он вот так выглядит. И ссылочка будет в описании. Посмотрите, то, что там гуляли. Гляньте, кому-то, может быть, этот пляж будет нравится, понравится и зайдет, и вы туда приедете отдохнуть. Вот такие качельки. Ну и вот, собственно, видите, вывеска «Пляж Чкаловский». Да-да-да-да, ресторан «Причал». И вот он, переход. I love you, Сочи. Да-да-да, мы туда пошли. В общем, ребята, выпуск с того пляжа. Ссылочка в описании, нажимайте. I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't think right. Вот вы знаете, очень интересное, вот относительно Эмеритинки, вот Адлер, он вообще весь закрыт, ничего не функционирует, ничего не работает. Посмотрите, все, что летом работает, тут закрыто все. Но чтобы вы понимали, в Эмеритинке работает абсолютно все. Наверное, 98% все, что работает в сезон, в межсезонье тоже работает. Смотрите, все закрыто, детские площадки, вот эти вот, что тут должно быть, хрен его знает, но что тут должно быть, но оно все закрыто. Вот тир, молодцы, хоть тир работает. Что здесь? Ну вот, все очень-очень тихо. Ну и здесь и людей, да, относительно Эмеритинки. Как-то не особо. Кстати, ставьте лайк, пишите коммент, и мы с вами пройдемся по всей Эмеритинке, погуляем. Я покажу вам там обстановку, чтобы вы понимали для сравнения. Вот видите, большущие рестораны. Ничего не функционирует. Вот так это выглядит, ребят. Вот такое межсезонье в Адлере. Собственно, мы дошли до таблички. Вот она, откуда мы и начинали. Ну что, ребятки, я показал вам этот пляж. Кому понравился, приезжайте, отдыхайте. Кто отдыхал, пишите в комментариях, как вам отдых здесь непосредственно летом, когда здесь сезон. Мы здесь зимуем и попадаем в межсезонье. Если не подписан, подписывайся на канал, ставь лайк этому выпуску, пиши комментарии и, конечно, сделайте репост данного выпуска в свои социальные сети. Мол, во, посмотрите, я посмотрел. Это от вас поддержка, она очень нам нужна и очень и очень важна. Я с вами прощаюсь, до новых выпусков, всех обнял, всем пока.